Бали-44 на выставке в Дюссельдорфе, 23-й год. Вот, кстати, не все могут увидеть, это уже хозяйский катамаран, кто-то его купил. Как опционально ставится лебедочка специально для шлюпбалки. В принципе, все очень просто. Если ты был на одном Бали, то можно на другие не ходить. Они все сделаны на одно лицо. У всех складывающаяся дверь, у всех большой салон, разделенный какой-то поверхностью от зоны камбуза, но тем не менее все это объединенное. У всех один или два гражданских холодильника на 220, мы с вами помним, да, 220 холодильники. Вот. Присутствуют, сейчас уже от этого отказываются, штурманских столов уже все меньше и меньше в природе. Но вот тем не менее на Бали штурманские столья продолжают делать традиционно. То есть как бы есть куда положить карты и в конце концов документы, знаете, на А4. Также камбуз. Обычно камбуз делается по ходу движения, чтобы можно было, если готовить, например, женщина стоит на вахте, если семья из двух человек, мужчина и женщина, они вот идут куда-то там, ну, длинный переход. И вот она стоит, готовит что-то, и одновременно смотрит это вперед, это нос корабля, смотрит одновременно вперед, то есть вот что-то делает. Вот посмотрите, здесь тоже опять там три краника, как обычно. Это, я говорю, уже купили себе люди, это уже заказанный катамаран. Сделали себе морскую воду, воду, которая фильтруется, ну и обычная горячая, холодная, просто из танка напрямую. Пойдемте покажу оверскую каюту. Спускаемся. Как здесь светло, просторно. Кто-то сказал бы, вот, спускаемся, то есть в темные подземелья. Нет? Вот смотрите, как здесь просторно, как много света. Иллюминаторов вообще очень можно. Причем это все функциональное. Вот этот иллюминатор специально, чтобы можно было смотреть на заднюю часть, заднюю полусферу, море. При всем при том, что, смотрите, иллюминаторы маленькие, открывающиеся. Большая, толстая, смотрите, какая дверь, создающая интим. Как сразу стало резко тихо. Ростовое зеркало. Шкафчики. Причем, смотрите, можно повесить такое бальное платье. У меня нет бального платья, но у кого оно есть, могут его туда повесить. Я не буду сейчас, знаете, поднимать вот эти вот всякие разные, показывать, где там шкафчики, еще чего-то. Но вот, опять же, я мейкап не делаю. Ну вот с этого я просто балдею, да? Мейкапный столик. Сюда, например, поставить жить какую-нибудь такую кушеточку, квадратненькую или кругленькую, чтобы она туда заезжала. Вот, можно сесть в итоге, посмотреть на свое лицо, с ним что-то сделать. Ну и то, без чего нельзя обойтись. Наш белый и глянцевый друг. И, как обычно, очень большой такой душевой отдел. Это не кабинка, потому что, смотрите, это кабинище. Руки широко можно расставить. Можно вдвоем, втроем. Ну, если, например, там много народу на борту, и кто-то, ну, времени не хватает, можно даже помыться втроем. Хотел сейчас вам показать, потом покажу, как снаружи. Вот это вот стиральная машина, познакомьтесь.